Помимо программы капитального ремонта, в Чебоксарах 5 лет работает программа по ремонту балконов и фасадов многоквартирных домов. В этом году на ремонт выделено более 10 миллионов рублей. Как проходит работа, узнавала наша съемочная группа. Дом номер 15 по улице Бондарева – культурное наследие, памятник архитектуры. Построенный в 1936 году, ни разу не видел капитального ремонта. Заметно разрушился фасад здания, а также устарели все инженерные коммуникации. С 2012 года здесь начали ремонтные работы и полностью обновили крышу. В этом году приступили к реставрации фасада здания. Кроме того, по программе капитального ремонта выделены средства на замену электропроводки. На данный момент ремонтные работы по балконам завершаются, идет приемка, значит, часть домов уже выполнена. Вот здесь тоже в этом доме фасадная часть работ выполнена, сейчас идет дворовая территория. К концу сентября все работы должны быть завершены. Зоя Григорьева, как староста дома, приложила большие усилия для ускорения ремонта. Целый год обращалась в множество инстанций города с просьбой начать ремонт фасада. Жильцы должны были внести 25% стоимости ремонта. С помощью женщины деньги удалось собрать быстрее. Ну, жильцы сейчас, правда, не, как первое время не хотели подписывать ничего. Мы очень много платить, 25% шумели. Мол, вот мы платим фонд капремонта, почему мы еще тут должны текущий ремонт. Но как-то я многих переубедила, некоторых не могла переубедить, кто не подписал. В общем, работа идет, жильцы довольны, согласны со всем этим, что у нас красота такая появилась. На 90% дом уже преобразился. Ежедневно трудится 25 человек. В дальнейшем жильцы хотят благоустроить дворовую территорию. В рамках муниципальной программы в центре города еще в 7 домах продолжаются работу по ремонту балконов. Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика.